Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Та еще парочка. Шарлотта Филд – одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски – талантливый, но эксцентричный, склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Просто друзья. Устав от шумных вечеринок в Амстердаме, Джад возвращается к родителям в Альмере, чтобы привести свою жизнь в порядок. Однако отношения с матерью оставляют желать лучшего. Джад ищет работу и соглашается быть помощником по домашнему хозяйству болтливой старушки. Там он знакомится с ее внуком, милым парнем по имени Йорис, который также испытывает проблемы во взаимоотношениях с матерью. Йорис скованно не умеет выражать свои чувства. Джад же, наоборот, открыт и легок в общении, и между парнями возникает влюбленность. Спасатели Малибу. Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. Тачки 3. Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина. Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему уже не так легко, а конкуренция становится все жестче.
очень плохие девчонки. Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!